таблички, чтобы вы не видели. Чтобы не видели молодые, а видели только гости. И если это про вас, то вам нужно будет подняться. Не знаю, ну, мне кажется, на этой свадьбе это реально, реально. И если это связано с вами, нужно будет подняться. Хорошо, эта сторона, вы слышали меня? Очень много. Вы с нами? Сегодня вы с нами? Хорошо. Так, как зовут невесту, так, молодой человек? Диана. Правильно, хорошо. Значит, он с нами. Я не знаю, тот, кто... Здравствуйте, добрый вечер. Ну что, поиграйте с нами немножко? Да? Вы вдохновляете этих мужчин, они трудно на подъем сегодня. Хорошо, хорошо. Просто с вашей стороны вижу, что вы хотя бы смотрите на меня, на интервью очень приятно. Значит, если там то, что написано, связано с вами, вам нужно подняться. Молодым нужно догадаться, почему вы встали. Каким-то признаком, либо, может быть, какими-то вашими подсказками, но определить, почему именно эти люди поднялись. Мы играем против, молодые играют против свидетелей. Значит, кто отгадает первый? Давайте так, если свидетели отгадают первые, то молодые целуются. Я, да? Вы за? Хорошо, а если вы отгадаете, что будем делать? Кто? Свидетели? Хорошо, то пара приседает. Хорошо, если отгадывают свидетели, то... Ой, молодые, если отгадывают Давид и Яна, то Паша приседает 3 раза за каждую отгадку. Пожалею. Свидетельницу. Хорошо, а если отгадают первые свидетели, то молодые послушают. Я думаю, что для свадьбы это вполне нормально, что муж с женой могут поцеловаться, тем более, если у них свадьба, и они не так долго в браке. Иногда кто долго в браке, они как-то стесняются, наверное, как не хочется стариков целовать. Ну, не знаю, с чем это связано, я еще там не был. Но иногда так бывает. А молодые, наоборот, особенно молодожены, очень-очень обычно горят этим. Ну что, попробуем? Вы поняли, я показываю табличку. Если это как-то с вами связано, вам нужно подняться. Попрошу вас всех поиграть. Это не, абсолютно не сложно, ни для кого из нас. И молодым либо свидетелям нужно будет догадаться, почему вы встали. Начнем с очень простого, но просто максимально простого, чтобы... Простите, это тоже... Да, максимально простого. Вот если это про вас, если вы, вот, не знаю, как это, дар, талант, обязанность, это... Жена или замужем. Это про вас, вам нужно подняться. А вы нет? А вы не здесь? Да. Хорошо, да. Тут же про обоих, там же было написано и то, и другое. Так, ну, ваш стол нет, еще рано вам. Вы не играете, вам не знаю даже каким словом будет красиво. Хорошо. В общем, за этим столом тоже много людей играет. Как вы думаете, почему эти люди? В общем, ориентируйтесь на эти 2 столика, и вы тут только помоложе, что с нами. Хорошо, попробуем. Как вы думаете, почему они поднялись? 10 лет в браке. Вот, особенно Кристина с Игорем. До 10 лет, особенно родители Давида. Есть дети? Нет. Ну, вы близко. Ну что, как вы думаете? Ну, муж с женой, да, кто замужем, либо жена, Хорошо, отгадала Яна, Паша. Паша, давай, приседай. Нет, лучше сразу приседай. Хорошо, пока Паша приседает. А так целуется.